Все хорошо, что хорошо кончается, ведь новороссийский дальнобойщик Александр Воронов лишь один из многих пострадавших на заснеженных трассах нашего региона. Но Аврал не только на больших магистралях. В маленьких населенных пунктах свои беды. У дорожников ни сил, ни техники не хватает, чтобы оперативно расчищать все проселки и улицы. А ведь впереди паводок. Сложную ситуацию на дорогах района комментирует начальник нашего отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Сергей Мазжухин. За период снегопада, когда у нас начался где-то примерно со середины марта, все силы были мобилизованы на контроль за дорожным движением и обеспечение безопасности дорожного движения. Значит, хочется сказать, что вот в этот период у нас на территории Некрасовского района произошло два ДТП, в которых один человек погиб и один получил телесные повреждения. Эти ДТП у нас произошли на федеральной дороге М8 Холмогоры, подъезд к городу Кострома, это 32-й километр и 37-й километр. Значит, за период снегопадов осуществлялся надзор за работой коммунальных дорожных служб. У нас сейчас в настоящее время очень много организаций, которые содержат наши дороги некрасовские. Административные протоколы составлялись в основном это за формирование валов на примыканиях, на пешеходных переходах и ближе 5 метров от пешеходных переходов, на автобусных остановках и за 15 метров перед ними. Значит, данное нарушение у нас в основном выявляют это инспектора дорожного патрульной службы, которые в соответствии с административным регламентом объезжают данный пост маршрута патрулирования и составляют акты неудовлетворительных дорожных условий. Если данные недостатки, соответственно, не устраняются, то мы возбуждаем дело об административном правонарушении и в соответствии с законодательством административным составляем потом административные протоколы.